Как сообщает Интерфакс, освобождение Дер-Зора будет иметь большое ценностное значение для Еревана, поскольку там находилась святыня, посвященная памяти армян, погибших от геноцида, заявил председатель постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Армении Армен Ашатян. Этот церковный монумент фактически был символом страдания нашего народа во время геноцида, переселения армян через Дер-Зорскую пустыню. Так что освобождение населенного пункта имеет для нас морально-психологическое значение, сказал Ашатян. По его словам, эта церковь, ставшая местом поклонения и памяти, была взорвана одной из первых после того, как Дер-Зор пал под натиском исламистов. Поэтому освобождение города имеет для армян и ценностную составляющую, отметил Ашатян. Он добавил, что Ереван высоко ценит поддержку России на сирийском направлении, поскольку в Сирии была большая армянская диаспора, и сегодня 20 тысяч беженцев оттуда нашли свой приют в Армении.